Решеточник красный, или клатрус красный, представляет собой несъедобный гриб, единственный представитель семейства решеточников, очень редкий гриб, занесен в Красную книгу. Решеточник красный растет одиночно, но можно найти целые грибные гнезда, предпочитает широколиственные леса, встречается также в смешанных лесах. Растет решеточник красный одиночно или гнездами на почве в широколиственных лесах, очень редко в смешанных, найден однажды в Московской области, изредка встречается в Краснодарском крае, на сопредельных территориях в Закавказье и Крыму. Молодое плодовое тело решеточника красного шаровидное или яйцевидное, 5-10 см высотой, 5 см шириной, с тонким исчезающим наружным слоем перидии и толстым студенистым сохраняющимся средним слоем, куполовидный, без ножки, снаружи чаще красный, реже беловатый или желтоватый. С внутренней стороны решеточник красный покрытый зеленовато-оливковой слизистой глебой, гриб имеет неприятный запах. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены.